Послание Отца Абсолюта от 6 марта 2020 года. Начало женской эры на Земле. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодняшнее мое послание будет посвящено женщинам, поскольку праздник 8 марта уже многие десятилетия отмечается как женский. И в этот судьбоносный для Земли год мне хочется вывести его на новый духовный уровень, напитав божественными, высоковибрационными энергиями. Как вы, наверное, догадываетесь, любой праздник несет в себе определенную энергетику, а некоторые из них даже успели сформировать свои собственные эгрегоры. Это больше относится к религиозным, государственным и национальным праздникам. Но праздник 8 марта всегда стоял особняком, поскольку изначально заложенный в него смысл давно утратил свое значение. И этот праздник воспринимается людьми как светлый весенний женский день. В этот день мужчины выражают женщинам свое восхищение, преклонение, любовь и уважение, дарят подарки, говорят красивые слова. И женщины расцветают, становятся еще более красивыми, женственными, обаятельными, нежными. Благодаря этому в воздухе витает особая атмосфера любви. И сейчас мне хочется, родные мои, чтобы вы поздравили с этим чудесным весенним праздником и вашу землю, которую испокон веков люди называли матушкой, красавицей, кормилицей, и которая была для них воплощением женского начала. Мне хочется, чтобы и она напиталась в этот день вашим теплом, любовью и благодарностью. Подарите ей этот праздник. И пусть он станет для вас началом весны человечества, который подарит вам нежные ароматы новой земли и откроет врата в новый прекрасный мир пятого измерения. Наступает женская эра на земле, которая несет людям мир, покой, гармонию и любовь. И пусть нынешний чудесный весенний женский праздник станет началом этой эры. Наполните этот день, мои родные, своей безграничной, безусловной любовью. И пусть разрастается она с каждым днем все больше и больше, заполняя собой всю вашу землю. Благословляю вас и люблю безмерно.